Продолжаем после паузы. У меня заново 30 минут, точнее даже 29, как выяснилось. Проверяем, легко ли восстанавливается прошивка после того, как вы экспериментировали с вашим девайсом. Для тех, кто еще не пользовался восстановлением. Напоминаю, потерял всего где-то секунд 7-8 из всего процесса. Ну и все. Ну, раз уж все равно пишем, маленький прикол. Не знаю, у кого как, у меня лично в этом ланчере от Sony Ericsson, после того, как вот вы все программы расставили, но взяли и перезагрузили телефон, часть значков пропадает. Вот видите, слева снизу и слева сверху. Два значка как бы из четырех есть, еще двух нет. Но вместо них там какие-то серенькие квадратики. Сейчас вот видите. Но, заметил прикол? Берем, нажимаем. Ждем, пока он дернется, а потом двигаем туда, сюда. Опаньки, значок на месте. Второй также. Туда ему. Сюда ему. Опаньки, все значки есть. Ну и так совсем. Тын-тын. То есть это, видимо, тоже баг. Пока выгрызали ее с телефона в Sony Ericsson. Что-то забыли выгрызть. Сейчас Wi-Fi включим, проверим. Опачки, Wi-Fi работает. То есть, видите, полное восстановление. Аж погода на месте. Ну, это все фанатам Циана. Некоторые спрашивали, где темы. Напоминаю, вот же в менюшке есть красочная такая картиночка. Где она? Вот. Темы написано. Вот клацкая на нее, вы выбираете среди установленных тем, какую вы хотите активировать. Понятно? Вот Ginger Blur, то, что у меня стояло сейчас. Вот системная обычная есть. Есть то, что мне до этого нравилось, кристалл. Вот показываю, как она применяется. Для тех, кто еще не экспериментировал с темами. Так, а, там занято. Видите, ничего особенного. В принципе. Сильно не поменялось. Разве что там все время звонилки меняются. Во, кстати. Вот это мне уже нравится. Значит, все. Вот это я оставлю. Ну что, все. Телефон восстановлен, эксперимент проведен. Видео выложу на YouTube. Ссылки вы все увидите, посмотрите. Если будут вопросы по поводу этой прошивки, то прошу все-таки на сайт заходить. Уважить все-таки, не зря я ради вас стараюсь. Всем до свидания. Сергей Латукин был с вами.